В то время как воздушный транспорт постепенно возобновляет работу, ситуация на железной дороге усложняется. Составы курсируют только по местным маршрутам, а поездки в Румынию, Россию, Украину приостановлены. Ограничения обещают снять только после улучшения ситуации в регионе. Администрация предприятия «Железная дорога Молдовы» готова возобновить международные пассажирские рейсы. Но последнее слово за странами, которые должны разрешить гражданам Молдовы доступ на свою территорию. «Железная дорога Молдовы готова возобновить международные пассажирские перевозки. Однако это станет возможным после того, как соседние страны снимут запрет на въезд иностранцев в свои государства. Как будет снято карантинное ограничение, сможем тогда организовать полноценное международное сообщение с Румынией, Украиной, Россией и другими странами». Тем, кто мечтает о море, хотя бы на Украине, пока путь заказан. Из-за пандемии соседняя страна включила нас в красный список. Это означает, что сейчас наши граждане – нежелательные гости на Черноморском побережье. Да, нас Украина внесла в красный список. Вот, но они каждые 3 дня пересматривают эти решения по всем странам, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Как будет у нас улучшится эпидемиологическая ситуация? Соответственно, нас из красного списка уберут, и тогда уже сможем предпринимать какие-то шаги, чтобы возобновить полноценное сообщение. Строгие правила были также установлены для местных поездок. Пассажиры и машинисты поездов путешествуют в максимальной безопасности. По крайней мере, так говорят представители Молдавской железной дороги, которые уверяют пассажиров, что все правила, установленные властями, соблюдаются. Рано утром мы застали сотрудниц предприятия, которые тщательно дезинфицировали все поверхности в вагонах. Раньше на платформе железнодорожного вокзала яблоку негде было упасть. Сейчас же пассажиров гораздо меньше. Можно по пальцам пересчитать. Мы пили к трену. В вагоны запрещено заходить без маски. Об этом напоминают каждые 5 минут. За соблюдением правил тщательно следят кондукторы. На данный момент запущены 2 местных маршрута – Вунгены и Бендеры.